Всем привет, с вами Влад 15163. Сегодня 20 декабря 2016 года, я апну персонажа 103 уровень. Вот у меня так и получается, что иногда я очень долго апаюсь, а иногда очень быстро. 102 уровень я апнул 19 ноября 2016 года. Со 102 уровня до 103 я качался месяц, иногда под стабами, но большую часть времени просто под цветком. Делал каждый день езжу на голду, за нее неплохо выходит опыта. Каждый день качался в мастерской и иногда в лаборатории. Часов по 6-10, иногда и больше. В сутки стабильно. Со 102 на 103 уровень нужно 93 938 миллионов 406 872 опыта. Сдам квест, чтобы апнуться. Ну вот мой канонир и получил 103 уровень. Со 103 на 104 уровень нужно 103 миллиарда 380 миллионов 933 тысячи 223 опыта. Пока что не знаю, буду опять упорно качаться или буду страдать фигней. Перед Новым годом я выпущу несколько новых видео на различные темы. Те, кто хочет, чтобы я дальше выпускал свои видео, обязательно подписывайтесь на канал. Также зовите своих друзей и знакомых. Так как я делаю для вас свои видео, хочу, чтобы и вы делали мне приятное. Также обязательно ставьте лайк под видео, если вам понравилось видео. Если аудитория моего канала не будет активно расти, то я прекращу выпускать свои видео о Карасе. Не забываем вступать в группу ВКонтакте, там также есть много полезной информации, а также проводятся опросы о том, на какую тему мне снимать видео, ссылка будет ниже в описании. Всем удачной игры, с наступающими праздниками и до новых встреч!